Эта печальная новость пришла к нам сегодня рано утром, но мало кто до сих пор в это верит. Дорогие зрители, подписывайтесь на наш канал, ведь то, что мы делаем только для вас. Напомню вам, кто такой певец Никита Малинин. Это сын легендарного певца Александра Малинина. Нам сообщают о том, что сегодня ночью в Греции из своего гостиничного номера был похищен неизвестными и увезен в неизвестное направление российский певец Никита Малинин. Он находился там, в отпуске. Сейчас эта новость ужаснула всю Россию. Александр Малинин пока не дал никаких комментариев и вообще отказывается с кем-либо разговаривать. Один из близких друзей самого Никиты Малинина, который находится сейчас здесь, в Москве, рассказал нам, что Никита Малинин задолжал кому-то большую сумму денег. Действительно ли эта новость настоящая, либо это очередной фейк, друзья, нам еще предстоит в этом разобраться. Завтра утром на нашем канале будет свежий выпуск, друзья, подписывайтесь на наш канал и следите за нашими новостями.